да, интеллектуальное событие, которое связано уже с давно достаточно вышедшей книгой, переводом книги Джорджа Агамбена «Высочайшая бедность». Вот, и мы сегодня, представляя эту книгу, решили вот сделать это в таком не самом традиционном формате, не просто там каждый что-то о ней немножко скажет, а вот в таком более концептуальном формате. И у нас два теоретических и полноценных доклада. Один из этих докладов сделает Сергей Ермаков, переводчик этой и некоторых других работ Агамбена, Стасиса, например, или вот «Opus Dei», который еще не вышел, переводчика и политического теоретика, автора очень интересных статей, в том числе об Агамбене, где он, например, сопоставляет его с Лениным. Я вот недавно обнаружил, что они оба 22 апреля родились. Вот, да, по счастливому совпадению. Вот. Да. Вот. Значит, и второй доклад сделает наш вот коллега и друг из Самары, философ, кинотеоретик, киноисследователь, один из редакторов журнала «Синетикль» Олег Горяинов. Вот. У Олега доклад будет, скажем так, с расширением и с некоторыми дальнейшими планами, потому что его доклад будет перекидывать мостик от данной книги Агамбена вот к последней завершающей части цикла «Homo Sacer», да, которая, ну, условно пока будем называть, условно переведем «Пользование тел». Да? Вот. И вот об этом расскажет нам Олег Горяинов. Ну, я не буду от себя говорить никаких концептуальных вещей. Неделю назад я читал большую лекцию про Агамбена, поэтому позволю себе отдохнуть. Тем более один из наших студентов на семинаре как-то вопрос о том, а что будем читать к следующему семинару, сказал, только хватит Агамбена. Вот. При том, что сам он по Агамбену пишет работу. Вот, да. Так что вот. Да. Значит, хорошо, значит, чтобы не затягивать время, да, значит, вот первый доклад у нас делает Сергей Ермаков. Здравствуйте. Говорить я буду скорее не как все-таки переводчик, хотя вопросы потом можно будет задавать и как переводчику, если какие-то будут. Вот, а говорить я буду как... Я примерно то же самое сказал в 2018 году на презентации других двух книг Агамбена, что говорить буду как первый читатель книжки по-русски, соответственно, который из нее что-то пытается извлечь. В данном случае я тоже буду проводить линии к использованию тел, потому что эта книга завершающая, в которой Агамбен и как бы проясняет многие понятия, которые он в течение 18 или 20 лет разрабатывал, но одновременно делает достаточно странный и интересный поворот. Для ряда позиций не бесспорно. Соответственно, у меня будет такая линия протянута от оставшегося времени к использованию тел, и посередине, соответственно, книжка «Высочайшая бедность», вышедшая год назад, посвященная конкретно монашеству и форме жизни. Так начну вот с оставшегося времени. Книжка вышла в 2000 году, и номинально она не вошла в проект «Homo Sacer», хотя в ней Агамбеном было впервые введено много тем, которые в дальнейших томах «Homo Sacer» будут развернуты, в том числе «Высочайшей бедности». Это тема пользования «Кресис», там коротко упомянут «Узус Паупер», «Бедное пользование францисканцев» и так далее. Если судить задним числом, ни тематически, ни методологически, ничто не мешало ей стать книжке об апостоле Павле, да, стать частью «Homo Sacer». Но она почему-то не стала. Хотя во многих отношениях она глубже, интереснее, примерно половину, с моей точки зрения, примерно половину томов «Homo Sacer». И интересно задуматься, почему. Книга вышла уже после двух томов «Homo Sacer», да, но в «Homo Sacer» не вошла.
На 80-90% оставшееся время представляет собой развитие тем якобы Таубеса политической теологии Павла, что Агамбен не скрывает, это не плагиат, не пересказ. Разумеется, там Таубес не обсуждает Трубецкого, Деррида или Штирнера, как это делает Агамбен, но на 80-90% большинство ходов оставшегося времени вдохновлены теми или иными разработками этого семинара, предсмертного семинара Таубеса. Однако в оставшемся времени все равно самый важный оригинальный ход принадлежит все-таки все равно самому Агамбену. Это интерпретация мессианического времени сего часа, кайроса, фразы «Хонюн кайрос» апостола Павла, как времени, устремленного к концу, к завершению, времени и прочтение кайроса на фоне теории оперативного времени лингвиста Гюстава Гийома. И так проинтерпретированный кайрос оказывается единственным временем, которым мы, как агенты, по-настоящему располагаем, временем, которое нам действительно дано. Это время кайрос имеет смысл только потому, что это время для действия. То есть это не время атомных часов, физическое, абстрактное, не время теории относительности, это не временность экстазов Дазайн хайдеггеровских, это не длительность Бергсона, это время как благоприятный момент. То есть самое время для, или самое время чтобы, говорим мы по-русски. И что, повторюсь, важно, что это время, устремленное к концу. Не время конца, эсхатологическое время, а время заканчивающегося времени, времени, устремленного к некой цели. И в результате этого хода Агамбену удается получить много интересных результатов. Например, благодаря различению в новозаветном тексте времени кайроса и времени хроноса и их возможных отношений, а также темпоральной позиции по отношению к определяющему событию, ему удается четко различить, не знаю, как на это смотрят теологи, но с политико-философской или с политико-теологической точки зрения действительно им удается различить апокалиптический, пророческий, миллинаристский хилиастский, то есть тысячелетнего царства, и мессианские дискурсы. И это очень полезное различение четверичное, да, потому что если взглянуть на это с позиции так называемой политической теологии, это позволит различить соответствующие типы политической речи или речи о политике, где, например, университетский политический ученый, несмотря на все свои оговорки о своей чистой дескриптивности, будет склоняться к секуляризованному профетизму или апокалиптике. То есть он будет либо пророчествовать, либо говорить, что вот там государство так-то разрушится, да? Вот. Хилиазм, идея тысячелетнего царства, будет объяснять так называемое утопическое мышление, а также мышление о переходном периоде от одной экономической формации к другой. А, собственно, мессианизм, мессианическое время, хотя Агамбен это не проговаривает совсем прямо, объяснит речь и письмо милитанта, профессионального революционера. И это, например, позволяет понять случай с знаменитый случай с Лениным, который любит вспоминать его нелюбители, значит, который оказался не лучшим пророком, когда в январе 17 года сообщает на докладе, что мы, старики, может быть, не увидим революцию. Революция случается через 2 месяца. Да? Так вот, то, что он оказался, его речь профетически провалилась, нисколько не отменяет его мессианической речи, его речи, устремленной к революции, к определенным действиям и так далее. Кстати, и на самом деле у Ленина в текстах можно найти целый пласт антипрофетизма, где он говорит, что, наоборот, мы не можем пророчествовать, мы не знаем, что будет дальше, но мы должны ускоренно все равно мессианически двигаться. Эти результаты, говорю, по Агамбену удается, благодаря своим этому топоральному развлечению, удается получить. Вот, так или иначе, главное, что Агамбен дал рабочую темпоральную схему для действия, для милитантного действия, центрированную вокруг особым образом структурированного настоящего и отличающуюся как от исторического времени, так и от времени часов. То есть это время, подвешенное на решении субъекта, на аксиоматике или на его вере, да?
в случае мессианика это вера, в случае профессионального революционера это решимость. Ну, здесь я должен оговориться, что я вам во многом повторяю тезисы своей старой статьи о Ленине для журнала «Синий диван». Но дальше происходит самое интересное. Оказывается, что самому Агамбену эту схему нечем заполнить. И большую часть книги «Оставшееся время» он подчеркивает лишь отрицательные операции мессианического субъекта «Хосме, как не», то есть «стань плачущим, как не плачущим», «женатый, как не женатый», «пользующийся миром, как не преиспользующийся», но не, не сами действия, да, не активизм Павла его здесь интересует, то есть это оперативное время, которое он обнаруживает, прочитывает в Павле, он не позволяет Павлу заполнить его своими реальными действиями, в отличие, допустим, от книжки Бадьо Павле, где Бадьо, наоборот, утверждающий милитант. Да? Вся книга Агамбена, он открывает оперативное время, время для действия, да? Но интересует его катаргезис, то есть о бездействовании, то, что он связывает с гегелевским «Aufhebung», выведение из действия. Да? И после этой книги в письме Агамбена как будто происходит некий, ну не скажу, антиактивистский поворот, который усиливается с каждым следующим томом «Homo Sacer» и достигает кульминации в «Использовании тел». Это поворот против действия и против субъекта действия. В «Использовании тел» ряд понятий, форма жизни, ряд понятий, в том числе из предыдущих томов, из «Высочайшей бедности», форма жизни, пользование, бездействование, которое он разрабатывал 15 лет, прямо перенацеливается на то, чтобы вытеснить парадигму действия, об этом говорится напрямую. И моя гипотеза как раз насчет того, почему «Оставшееся время» не вошло в общий проект «Homo Sacer», как раз то, что благодаря своему герою, апостолу Павлу, милитанту, она оказалась как раз слишком про действие, чтобы стать частью «Homo Sacer». Однако и в ней Агамбену приходится милитантизм и нацеленность Павла на действие затушевывать, в том числе искаженно интерпретируя некоторые павловские употребления слова «кайрос» или умалчивая о некоторых употреблениях. Например, как мне уже доводилось указывать, принижая значение благоприятного момента для действия в кайросе или умалчивая о стихии из второго послания Коринфянам, хотя там редкий случай, когда встречается полная синтагма, которая ему нужна, «хонюн кайрос», время всего часа. Да? Тем не менее, в этом стихе, где говорится четко, что это благоприятное время для действия спасения, он его полностью пропускает. То есть для него важен, для него кайрос как время действия, ему нужно это затушевать. Но он все же цитирует к Галатам 6.10, ладно, по-гречески читать не буду, но надо прочитать, потому что здесь два важных термина. «Араун хос кайрон экхомен, эргаздоумета то агатон проспантас, малеста де просту сойкею стес пистеос». В синодальном переводе: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а и наипаче своим по вере». То есть Павел, вопреки интерпретации катаргетической антидейственной Агамбена, тем не менее кайрос, хос кайрон экхомен, говорит, что будем использовать для действия. Я даже специально проверил, Агамбен к книжке «Оставшееся время» сделал приложение в виде подстрочника, да, с библейским текстом, и он туда, процитировав этот стих, туда не включил. Так вот, кайрос в этом стихе принципиально является временем для действия. И, кстати, следует отметить, что далеко не все переводчики переводят кайрос словом «время». Еще в Библии короля Якова это «opportunity», а в Библии Сегона, французской знаменитой, это «occasion». То есть случай как раз благоприятная возможность. Дело в том, что исходное слово «кайрос» не обозначало времени, и поэтому, когда у слова в эллинистическую эпоху появились темпоральные коннотации, оно так и осталось тесно связано с действием, чем и пользуется Павел. Но я также обращу внимание на
глагол «эргаздомае» – «делать, совершать», который Агамбен, опять же, намеренно никак не подчеркивает, потому что это однокоренное слово с «эрган», с «катаргезис» – «обездействованием», являющимся для Агамбена главной мессианической операцией. И здесь также, забегая вперед, следует сказать, что Агамбен, критикуя парадигму действия, которой захвачена вся западная политическая мысль на протяжении использования тел, ни разу не переводит слово «эргон» как «ационе», как «действие деяния», но только как «опера», как «произведение», как «дело рук». Хотя «эргон» принадлежит базовым греческим политическим словам, не обязательно философским, да, и политика со своего рождения неотделима от «эрго», от «деяний». Вот. Но вся траектория Агамбена после оставшегося времени нацелена на критику политики действия. И интересно, что в оставшемся времени Агамбен, разумеется, неизбежно много говорит о завершении, об исполнении, о совершении, потому что это слова Павла, и этого будет меньше и меньше в последующих книгах. И вот теперь я перехожу к высочайшей бедности, в которой на историческом примере монашества Агамбен развивает ряд понятий, которые, повторюсь, в использовании тела будут однозначно перетолкованы как то, что должно заместить парадигму действия. Однако я предлагаю, что в оставшееся мне время сделать, предлагаю прочитать Агамбена против Агамбена. То есть мне бы хотелось указать, но не доказать, потому что это потребовало бы гораздо больше времени, мне хотелось бы указать на некую возможную совместимость то, что предлагает Агамбен в понятиях из высочайшей бездности. Это не то, что должно заместить политическое действие субъекта этого действия, но это то, чего не хватает политическому действию сегодня. То есть это, в некотором смысле, я предлагаю читать понятие, идеи понятия из высочайшей бедности и использования тел на фоне его же идеи оперативного времени. То есть в некотором смысле активировать дезактивирующее. Ну и так... Начну с понятия. Всего у меня всего о трех понятиях, может быть, по времени, под конец, на последнем я последнее даже не буду рассматривать. Поэтому всего три понятия: форма жизни, пользование и хабитус. Так, кто читал книжку, знает, да, в «Высочайшей бедности» Агамбен говорит о форме жизни, то есть жизни, которая неотличима от своей формы, от того, что ее оформляет. Эта форма задается в первую очередь монашеским правилам, уставом общежительного монастыря, но на своем пике в религиозных движениях XII-XIII века и в выросшем из них францисканстве речь идет уже не о жизни по правилу, хотя, разумеется, правило сохраняется, есть правило Франциска в нескольких редакциях, но о жизни согласно самому Евангелию. То есть мы имеем здесь особое отношение жизни с письмом, с текстом, где жизнь предписывается текстом, а в тексте речь идет о жизни. И здесь мы имеем дело с необычайной сосредоточенностью жизни на своей форме, которая тотализирует жизнь монаха с момента его просыпания до момента засыпания. А позднее вообще растворяет жизнь в... растворяет слово Агамбена, растворяет жизнь в Евангелии как образце. Ну, Агамбен в общих чертах анализирует особенности жанра монашеского правила, которое может принимать самые разные виды и жанры. Это может быть список четких предписаний по типу должностной инструкции, разве что здесь речь идет не об исполнении должности, а о каждодневном существовании, а может сводиться к простому описанию жизни некого образцового монаха, которому нужно следовать, хотя при этом это описание не превращается в обычную географию. Важно, что монашеские правила, особый, опять же, их текстуальный и статус в том, что они служат учреждающими документами, то есть монашеский устав создает некую общину, сообщество, которая, однако, при этом, в чем уникальность, да, изначально находится за пределами как гражданского, так и церковного права. Но позднее, разумеется, церковь
эти монашеские ордена, основанные на своих правилах, абсорбируют в себя и юридизируют. И вот здесь, скорее идя от текстов и их прагматики, я обнаруживаю некую изоморфность монашеских правил и их письменных толкований, с одной стороны, и уставов революционных партий, и внутрипартийной литературы, с другой, потому что эти уставы, но я не буду сейчас подробно цитировать первый пункт устава и разбирать первый пункт устава РСДРП, принятый на Втором съезде, но там формулы таким же образом учреждают некое, ну это все-таки не сообщество, это организация, да, некое объединение людей, и тем не менее этот текст не является юридическим, да, как устав парламентской партии, он находится вне права, и тем не менее он учреждает некое объединение людей, которые обязуются жить в соответствии с этим правилом, с этим уставом. И вторая параллель – образцовые жития монахов, которые могут служить правилом, то есть вместо конкретного списка правил, четких предписаний дается монаху жизнь другого монаха, считающегося образцом. Этому можно найти аналогию в тех портретных галереях, которые революционеры рисуют в своей публицистике или в воспоминаниях. Да? И отталкиваясь от этого, уже можно выдвинуть тезис, что между формой жизни монаха и профессиональным революционером есть глубокие аналогии, хотя понятно, что профессиональный революционер нацелен не на жизнь, а на все-таки на совершение некоего действия определенного, да, устремлен к концу, он более миссионичен даже, чем монах. Но в основе также имеются определенные структуры формы жизни. Ну, все это было бы играми в аналогии с чужим текстом, но в использовании тел Агамбен сам ставит вопрос именно в таком ключе, цитирую. «Вопрос о возможности негосударственной нон-статале политики с необходимостью имеет сегодня следующую форму. Возможно ли сегодня, имеется ли сегодня нечто такое, как форма жизни, то есть некая жизнь, для которой в ее жизни речь идет о самой жизни, жизнь потенции?» И дальше идет важный тезис, что только в настоящей форме жизни невозможно выделить нечто такое, как голая жизнь. То есть только форма жизни – это такой способ сопротивления, в котором власти не удается сделать голую жизнь своим объектом попечения, эксплуатации или насилия, объектом, от которого она определяется. Да? Переводя на политический язык, вопрос Агамбена звучит так. Возможно ли сегодня, ну, разумеется, Агамбен говорит о Западе, да, а не о колумбийских джунглях, где это по-прежнему возможно, возможно ли сегодня настоящая непарламентская политическая организация? Правда, если мы не хотим получить прямой ответ на этот вопрос Агамбена, который будет точно, но комичным, да, потому что его мы должны дополнить рядом условий, потому что, разумеется, критерием Агамбена может ли быть вопрос Агамбена, может ли быть сегодня форма жизни, нацеленная на саму жизнь, могут вполне отвечать какие-нибудь изолированные секты, так, какие-нибудь эскапистские коммуны сектантов. То есть, соответственно, нам нужно добавить, что организация нужна для совершения политических деяний, и с помощью этих деяний возможно достижение каких-то поставленных целей, перемен. Но, тем не менее, вопросы диагноза Агамбена, даже отрезанные от перехода в действие, попадают в точку. Потому что сегодня мы имеем либо политику как хобби, политику активизм выходного дня, да, которые заняты люди, имеющие официальную домашнюю прописку, то есть люди, которые после несанкционированного митинга идут домой, откуда их потом заберут, да, либо политику как работу в представительном органе, политику политического класса, который тоже находится в кризисе. И первая политика выходного дня может лишь симулировать деяния, у нее есть некая планка действия, которую она не может перешагнуть, да, потому что этим занимаются как хобби, занимаются обычные граждане, да, неангажированные, но тем не менее
все равно возвращаются домой. Первая симулирует деяние, а вторая стремится исключить их вообще. То есть для политического действия сегодня именно что не хватает формы жизни того, кто посвятил себя действию, или как в формуле оставшегося времени, когда Агамон разбирает павловскую формулу клесис призвания, да, как мессианическое призвание, это отозвание любого призвания, и именно такие формулировки можно найти в «Что делать у Ленина». Так вот, не хватает того, кто, отозвав другие призвания, живет политика как таковой. Ну, эта форма жизни не обязательно сегодня должна называться профессиональным революционером, но вот не хватает, нету такого бездомного, лишенного, как и монах, настоящей собственности гражданина, который, не будучи гражданином-бюргером, выражал бы гражданственность как таковую, да? Чьим собственным делом было бы дело города. Ну, а если мы вспомним утверждение Ленина, что искусством профессионального революционера является борьба с политической полицией, то не хватает того, кто был бы политиком за политику, в том числе борясь против того, что политику уничтожает. Соответственно, нет письма и речи, которые бы задавали форму жизни. Когда-то это называлось партийной литературой, а сегодня мы имеем лишь университетскую речь о политике. Большинство сайтов политических мелких кружков, да, они все равно, если на них посмотреть, рано или поздно переходят на эту квази-университетскую речь аналитическую о политике. Мы имеем журналистскую публицистику и соцсетевой дискуссионный шум. Но вот этой речи типа «что делать», вот как, к какому виду текстов отнести «что делать», теоретически он или практически, там описывается, как создается, задается политическая организация. То есть это одновременно текст и является формой некого такого публичного права, да, ну, грубо говоря, перформативной, и одновременно там содержится описание. Так вот, такого типа речи, такого типа письма, аналогичного монашеским правилам, сегодня нет. Вот. Переходим к понятию пользования, также в свете вопроса о политическом действии. Главной францисканской операцией, одновременно притязанием, которое францисканцы отстаивали для своего ордена, Агамбен полагает «usus pauper» – «бедное пользование». То есть такое взаимодействие с сущими, будь они природного происхождения или человеческого производства, которое исключало бы присвоение и собственность, и одновременно было бы, так сказать, минимальным. Ну, вообще, эта модель интересна сама по себе. Опять же, я говорю как с точки зрения политической, скорее, мысли, но она интересна с точки зрения политической экономии. Эта модель бедного пользования вещами сущими выходит за пределы права, хотя она при этом не становится противозаконной, потому что пользование усус не означает там дозволение кражи, потому что кража – это присвоение. Да? И поэтому то принуждение к собственности, в кавычках скажу, которому в итоге францисканцы подверглись в начале XIV века, когда их все-таки заставили принять собственность, да, оно выглядит довольно отчасти парадоксально. Ну, это такой вариант, реально работавшей несколько десятилетий квазикоммунистической модели, которая в чем-то идет даже дальше общественной собственности, потому что здесь отказ от любой собственности, даже собственности общины, даже собственности ордена. Да? То есть это в некотором смысле даже дальше Евангелия, и все-таки в «Деяниях апостолов» говорится, что собственность у первоначальной общины была, но она была такойна, да, было все общее. И здесь как бы францисканцы неким образом со своим «usus pauper» идут еще дальше. И в этой хозяйственной модели, которая отличается и от экономики производящей капиталистического типа, и от так называемой экономики дара, есть мощный экологический посыл, да, то есть не как бы усаре и нон абусаре, да, то есть в терминах Павла Хромине
хроменные, у катахроменные, пользующиеся, но не злоупотребляющие, не переиспользующие. В данном случае это можно перенести на пользование миром, да, и в использовании тел как раз одна из подглавок о пользовании, так и называется, пользование миром. Вот, в ней есть мощный экологический посыл, который, опять же, предъявляет к много требований к воплощающей ее субъективности. Усус Паупер возможен только для некой формы жизни. То есть жизни, которая постоянно сосредоточена на том, чтобы эту форму удержать, ну, грубо говоря, которая постоянно удерживает что-то в сознании. Да? Поэтому его можно, этот Усус Паупер можно рассматривать сам по себе, не выходя за пределы книги и истории монашества и монашеской мысли. Но можно его поместить в контекст самых последних разработок философии, где параллельно идут попытки помыслить объекты сами по себе, и происходит определенный экологический поворот. Агамбена, правда, объекты сами по себе мало интересуют, он не впадает в этот выхолощенный анимизм и наделение агентностью не человека размерного сущего. То есть, ну, Франциск ему интересен вовсе не проповедью воронам и червям. Мне же интереснее связать все же пользование с действием, как ни странно. Хотя в использовании тел, опять же, четко говорится, что пользование – это то, что должно прийти на место действия. В «Высочайшей бедности» Агамбен вменяет францисканцам недоработку понятия пользования и то, что они остались с этим понятием на юридической почве. И хотя требовали, их требования располагались по ту сторону юридического. И что они проиграли в своей идеологической организационной борьбе вначале с теологами с Сорбонны в 70-е годы 13 века, а потом уже папе в XIV веке, они были побеждены именно на юридическом поле. В тонкой юридической казуистике было показано, что пользование, в пользовании, когда речь идет о потреблении, но не именно об узуфрукте, а о полноценном потреблении, когда мы что-то съедаем, да, отличить пользование от собственности становится невозможным. Поэтому папа в итоге им доказал, что собственность необходима. И что пользование все-таки неотличимо от присвоения в определенном моменте. И поэтому Агамбен сам, сообщая, что францисканцы проиграли, да, и что они что-то не доделали, в использовании тел Агамбен как бы пытается восполнить этот пробел, предлагая свою развернутую феноменологию и филологию пользования, где он показывает, там, как слово греческое изначальное «кресис» и глагол «крестаи» не могут иметь объекта в аккузативе, то есть это не может быть действие, направленное прямо от агента на объект. Да? На самом деле, как филолог бывший скажу, что это неправда, есть контрпримеры, Агамбен мог бы по словарям поточнее посмотреть, то есть случаи употребления аккузатива даже у Платона, но хотя весьма редкие, да, Агамбен там делает много выводов из того, что глагол «хреста» является медиальным в среднем залоге, то есть он направлен и на объект, и на самого совершающего действия, на самого пользующегося, да. В общем, всю эту агамбеновскую теорию пользования я пересказывать не буду, книжка выйдет когда-нибудь. Лишь использование тела, лишь несколько важных деталей скажу. Агамбен настаивает, что пользование, которое для него политично, да, и противоречит идее производства. И, то есть пользование ближе к некому непроизводящему действию. Там он даже вводит термин «homo sens opera», что он возвращает к названию его ранней первой работы, да, «homo sensa continuo», «человек без содержания», в данном случае «человек без дела своих рук». Повторюсь, слово «опера», которым он переводит «эрган», для него это не деяние, а именно как дело, как «werk», то есть некое произведение. Да? Вот, и, значит,
в режиме пользования субъект не производящий. И это, ввиду того, что он подчеркивает политическое измерение здесь, то это очевидным образом заточено против левого спинозизма, против негри, для которого, наоборот, отчасти политических интерпретаций делезианства, соответственно, которые у самого негри тоже есть, которые, наоборот, считают, что политика неотделима от производства, что это такой же творческий режим, а не особое поле совершения действий и мыслей непроизводящих. В этом плане идея пользования интересным образом как раз с этим антинегрианским подходом, который восходит Карент и который разделяют и Рансьер, и Агамбен, Рансьера Бадью. Вот. Здесь Агамбен, интересно, с этой стороны подходит. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что между пользованием и между пользованием и мессианическим субъектом, и революционером, тем не менее, есть определенные мостики, потому что и мессианик, и милитант проходят сквозь мир, тоже отказываясь от присвоения, да, то есть тоже пользуясь сущими, не присваивая их. Но в этом плане интересный двусмысленный пример представляют собой голливудские боевики. Я когда-то писал в статье для журнала «Олега Синетикль» о том, что тема спасения сотериологии в кино в значительной степени была, даже по большей части была отдана на откуп Голливуду, а не высокому модернистскому кино. Так вот, в сотериологическом режиме голливудского боевика мы можем видеть этот режим пользования, да, когда главный герой ради своей цели что-то спасти, как правило, пользуется одним сущим за другим, как Нео входит в зал, да, и использует одно оружие за другим, тут же его выбрасывая, то есть вместо того, чтобы перезаряжать одно и то же. И здесь можно, с одной стороны, увидеть и гимн капиталистическому потреблению, попользовался, выбросил, а с другой стороны, можно увидеть само это пользование, то есть не привязанность ни к какой собственности ради спасения. Вот. Но мне кажется, что и из текста Агамбена можно найти более тесные аналогии между пользованием и деятельностью милитанта. Я приведу 5 пунктов из определения Агамбеном: пользование телом, само выражение из Аристотеля, это сомотос кресис, из начала политики. Приведу 5 пунктов и сравню с одним отрывком из текста одного революционера. 5 минут, хорошо. Тогда я последнюю часть, третье понятие не буду затрагивать. Значит, итак, 5 критериев пользования из книги «Использование тел», да, которая задним числом, повторюсь, поясняет многое в «Homo sacere» и во всем «Homo sacere» в «Высочайшей бедности и особенности». Это непродуктивная деятельность, говорит Агамбен, «argos», «sens opera», то есть без дела рук своих. Пользование телом определяет зону неразличимости между своим телом и чужим. Хозяин, используя тело раба, использует собственное тело. И раб, используя собственное тело, оказывается пользуем хозяевом. Тема пользования с темой рабства у Агамбена там плотно связана. Тело раба расположено в зоне неразличимости между искусственным инструментом и живым телом. Пользование телом не является ни поэсисом, ни праксисом, но и его нельзя отождествить с трудом нового времени, да, с трудом при капитализме. И раб, последний 5-й пункт, раб, который определяется через это пользование телом, является человеком
без дела своих рук, который, однако, делает возможным все это, на самом деле, комментарий к началу политики, где говорится, как раб обеспечивает политическую жизнь свободного человека, да, раб, который только и может что пользоваться своим телом, хрестоитус соматос, значит, раб, человек без дела, тем не менее, делает возможным осуществление дела человека, делает возможным того, кто живет делом. И хотя он сам является раб, является исключенным, через это исключение он оказывается включенным, любимая фигура Агамбена, в человечество. И поэтому, благодаря этому пользованию, люди могут иметь человеческую, то есть политическую жизнь. И для сравнения я хотел бы привести сразу и трогательную, и возвышенную цитату, которая демонстрирует, что как раз революционер не просто может соответствовать этому режиму пользования телом, а часто соответствует. Да, здесь используется лексика труда, это 19 век, но это не производящий труд. Итак, есть безвестные героини, сразу скажу, цитата из Степняка Кравчинского, из первого знаменитого народовольца, есть безвестные героини, есть скромные труженицы, которые приносят все на алтарь дела, не требуя ничего взамен. Они берут на себя самые неблагодарные роли, жертвуют собой из-за пустяков, из-за адреса для переписки, из-за укрывания часто совершенно неизвестного им человека, из-за отправки посылки, содержание которой для них тайна. Поэт не посвятит им вдохновенного стиха. История не впишет их имени на свои страницы. Потомство не вспомнит о них с благодарностью. И однако без их работы партия не могла бы существовать, и всякая борьба стала бы немыслима. То есть деяние, это в данном случае деяние без продукта, без произведения, это не труд homo laborans, не труд homo faber, но это и небольшой политический акт, как деяние народной воли. Да? То есть все равно некое вот этот режим пользования, он и в повседневной политической борьбе есть. Ну, тогда коротко перехожу к заключению. В общем, если лишить форму жизни хабитус и пользование их связи с действием, то форма жизни, о которой Агамбен говорит в «Высочайшей бедности» и переинтерпретирует в использовании тел, то она оказывается всего лишь просто перерисованным хайдеггеровским дизайн, разве что подвергнутым частичной деконструкции, то есть лишенной диалектики собственного, не собственного, подлинного, не подлинного, важной для дизайна, да, то есть форма жизни действительно лишена собственного, но все равно основа, если лишить ее действия, лишить ее политической проекции, основа будет просто неким пересказом Хайдеггера. А пользование хабитус – это будут такие прямые аналоги для модусов заботы и подлинного экзистирования. Вот. Но при этом интересно, что «Высочайшая бедность» – это книга о поражении. Это книга о определенном политическом поражении, поражении францисканцев и Франциска, поражение того, что было названо Грундманом «religiöse Bewegungen», то есть «религиозные движения». Это поражение от несовершения определенных действий. Францисканцы открыли волюнтаристский характер любой собственности, но не пошли на нее в атаку, говорит Агамбен. И они также не смогли, на что намекает Агамбен, не смогли вернуть мессианическое измерение в церковь. То есть францисканцы политически боролись, проиграли они. И упреком Агамбен ставит, хотя сам нечетко это рефлексирует, да, не на уровне их формы жизни, а на уровне все равно их действий. И таким образом можно сказать, что политические действия по меньшей мере неотделимы от формы жизни, а в логическом времени, возможно, ей предшествуют. То есть вот эту всю обездействующую линию Агамбена после оставшегося времени, всех последних шести томов «Homo Sacer» и книги о Кармане 2018 года, ее можно
посчитать чем-то вроде такого эпохе, только не феноменологического, а политико-этического. Ну, не скажу очищения, но некого опустошения кеносиса, которому должен подвергнуть себя субъект, чтобы стать способным на действие. То есть форма жизни, пользование, хабитус – это то, без чего эмансипаторная политика не вернется. На этом я закончу. Спасибо большое. Так, поскольку у нас еще один большой доклад, наверное, несколько коротких уточняющих вопросов без выступлений, да, а после уже второго доклада у нас будет еще время там в кулуарах как-то более там с докладчиками, наверное, поговорить, да, там в такой фуршетной обстановке. Поэтому, если есть какие-то более такие развернутые содержательные реплики, приберегите их и не забудьте. А пока вот короткие уточняющие вопросы, вот вы первую руку подняли, пожалуйста. Только можно микрофон? Сергей, ваше определение политики, вот истинная, подлинная политика, которой не соответствует ни современный оппозиционный, ни системный активизм, ни деятельность каких-то официозных функционеров, вот в чем состоит, собственно. Спасибо. Мне сложно даже сформулировать для себя с позиции, кого я мог бы на такой вопрос отвечать в данном случае. Но в одной короткой формуле я бы сказал, что, хотя действительно слишком много на себя брать в определении политики, лучше, как Сильвен Лазарюс, говорить о конкретных политиках, а не давать общее определение, которое будет неизбежно политико-философским, а значит, не чисто политическим. Да? Но я бы сказал, что эмансипационная политика – это имение дела с почти невозможным, если вас такая формулировка устраивает. То есть нет требований, невозможно, как в 1968 году веселые студенты в Париже говорили, непонятно, у кого требовать, у Деголя невозможного требовать. Да? Вот. И не искусство возможного, как нам говорят реалисты и парламентарии, а искусство почти невозможного. В общем, на данный момент, даже скажу, я пытаюсь разрабатывать логику этого оператора, почти невозможно, если его возможно формализовать. Спасибо. Так, еще есть вопросы? Спасибо. Вопрос достаточно простой. У Агамбена достаточно редко, если вообще когда-либо, я не пересекался, встречается понятие свободы, но оно очень часто может подразумеваться, в частности, в автономии, в форме жизни. Насколько они вообще совместимы с вашей точки зрения? С понятием формы жизни и свободы. Видимо, да, да. Ну, форма, ну, если посмотреть, что, как Агамбен анализирует монашескую форму жизни, то, конечно, это выглядит неким тоталитарным подчинением, да, и всеохватным тоталитарным подчинением. Но если мы выбираем в данном случае, ну, так скажем, позитивную свободу, по известной дихотомии, а еще лучше, мне больше нравится свобода освобождения, то есть свободу борьбы за свободу, то, возможно, форма жизни и как раз жесточайшая самодисциплина – это как раз то, что максимально с свободой совместимо. Спасибо. Так, еще вопросы? Может быть, один, два. Да, спасибо вам большое за доклад. Я хотел бы спросить вот про первую часть доклада, когда вы определяли кайрос, да, и говорили, что время, да, что кайрос — это время, подвешенное на решении, да, что там вот именно решение какую-то решающую позицию занимает. Просто это кажется немножко, по крайней мере, с первого взгляда странным, потому что Агамбен все время говорит о том, что да, кайрос — это, да, и что мессианический, да, вот, субъект, как раз это ситуация, оказывается в ситуации, в которой решать уже нечего. И что как раз, когда мы подвешиваем кайрос на решение, мы оказываемся скорее в позиции Шмидта,
или кого-то как раз Агамбен критикует? Нет, Шмидта, как известно, в оставшемся времени он критикует за прочтение Катехона, да, это понятно, но здесь... Понятно, что Агамбен со словом «решение» обходится очень, очень осторожно, но и не совсем из его собственного словаря, да, слова. В данном случае это, с моей стороны, немножко интерпретативное добавление, не скажу насилие, но самое важное, как и субъекту Бадью, который подвешивает себя на событие, решая, что событие было, и... На самом деле здесь во многом схема времени Бадью и Агамбена схожа. Ведь Бадью говорит, что единственное настоящее время – это послесобытийное время. Все остальное бытие отделено от времени, да, а время – это время событийное, когда субъект события истины, сохраняя ему верность, его развивает, да, когда субъект движется дальше по истине. Так вот, вначале, чтобы вам открылся кайрос, в случае Павла нужно было перейти из Савла, да, то есть вначале нужно поверить. Это время, в котором вначале вера, и тогда уже открывается это ускорившееся время. Если мессианический субъект неверующий, для него он не откроется. Точно так же, если революционер-билетант не решится существовать к революции, то для него это ускорившееся время, которое у Ленина, опять же, в огромном количестве текстов проявляется. Он же дикий ускоритель, постоянно торопит. Для него есть время неотложности. Главная его временная модальность – это неотложность. Так вот, если не решиться, то ничего неотложного, настоящего неотложного у нас не будет. Неотложное – то, что нужно сделать уже было вчера, да, и то, что нужно как можно быстрее спасти, что нужно как можно быстрее победить, отменить и так далее, оно возникает только в результате решения. То есть в данном случае это время, кайрос – это время подвешенное субъекта, и мне сейчас лень открывать, но один из исследователей французских кайроса как раз отыскивая его истоки не в философии, это не философское время, а в софистике, говорит, что это время, завязанное на человека, то есть для кайроса должно быть желание, чтобы для кайроса, для благоприятного момента, да, в его изначальном значении, должно быть человеческое желание, чтобы этот благоприятный момент он для чего-то был. То есть в данном случае это время не первично, но тем оно и замечательно. Это не онтологическое время, которому мы должны сложными созерцательными или там хайдеггерскими Entschlossenheit через хайдеггерскую решимость порваться. Это время, на которое нужно решиться с самого начала, и тогда оно откроется. Спасибо. Ну что, давайте второй, наверное, доклад послушаем. Если кто-то забыл, Олег Горяинов, Самара, философ, киновед, автор книги «Право имеющее. Критики политической теологии». Да, добрый вечер. Надеюсь, меня хорошо будет слышно. Ну, во-первых, я хотел поблагодарить за такую действительно важную для меня возможность поделиться какими-то размышлениями о проекте Агамбена «Homo Sacer», отталкиваясь от работы «Высочайшая бедность». Отдельная благодарность Сергею, скажем так, выступать рядом с которым, как с переводчиком, моим собеседником, в том числе по этим сюжетам, мне очень важно. И я надеюсь, что то сообщение, которое я постараюсь представить, оно, ну, если, ну, там, спровоцирует не только вопросы, но и в том числе какие-то дискуссии. Дело в том, что если бы я определял свой статус вот, сидящего здесь, то я, конечно, в первую очередь просто читатель Агамбена, но читатель Агамбена, который прошел, ну, как минимум, переход от одной стадии к другой. То есть, если года... То есть, само-то знакомство с его текстами началось больше 10 лет назад, году, наверное, в 2011-м.
Но тогда, когда я занимался скорее философией права, и когда мне там его работа «Чрезвычайное положение» была довольно полезна и актуальна. Но со временем это чтение перешло в какое-то восхищение чуть ли, или некая зачарованность такого философского плана, но которое последние пару лет, наверное, немножко развеивается. И вот, наверное, какими-то такими мотивами... не разочарование, но чем-то близко с этим связанным, я бы хотел поделиться. И вот здорово, что на самом деле Сергей отчасти представил в своем сообщении вот несколько положений из первой главы последнего тома, но на самом деле, я думаю, читатели Агамбина обратили внимание на очень странную вот эту градацию, то, что у него есть первый и третий том, а второй и четвертый разбиты на части, как будто бы. И, соответственно, книгу, которую мы обсуждаем сегодня, это как бы первая часть четвертого тома, то есть, соответственно, вот следом за высочайшей бедностью идет как раз пользование или использование тел. И я постараюсь как раз выйти скорее за рамки той проблематики, которая поставлена в высочайшей бедности, с заходом на буквально вот несколько пассажей из финальной части этого проекта. И как бы основанием для такого выхода служат, собственно, сами слова Агамбина, которые он бросает в конце «Высочайшей бедности», когда он пишет, что действительно та проблематика, тот казус францисканцев, который он разбирает, и то, как вот уже сказал Сергей, их ограниченность их проекта, пределы их проекта, которые уперлись как раз вот в эту юридическую аргументацию, на которую они согласились, вот эта ограниченность, она где-то на последних страницах «Высочайшей бедности» переведена в онтологическую плоскость, где он говорит, что вот эта ситуация, с которой столкнулись францисканцы, это не только ситуация, в которой вот под вопрос ставится форма жизни, и вот тут, наверное, как бы важно то, что он это понятие пишет через дефис, отличая от формы жизни, как формы чего-то, то есть вот это как бы очень важное уточнение, то есть формула, как вот тоже уже Сергей сказал, слитая, и которую нельзя и изъять из самой жизни. И категория пользования, и вот эти, собственно, два понятия вдруг у него трансформируются на последних страницах в тоже любопытную и важную для всего его проекта оппозицию. Это оппозиция сущности и существования, где он пишет о том, что в случае с францисканским проектом мы имеем дело не эссенциалистскую, а экзистенциалистскую онтологию. И почему вот эта фраза, как бы брошенная между делом, то есть она в самом тексте «Высочайшей бедности» никак не развивается, но она мне показалась интересной, потому что, мне кажется, у любого читателя текстов Агамбина, и в частности вот томов из серии «Homo Sacer», ну, неизбежно, я думаю, достаточно прочитать буквально 2-3 книжечки, неизбежно возникает ощущение не только и не столько общности тем, ну, потому что, по большому счету, там, царство и слава ушла довольно далеко от суверенной власти и голой жизни в качестве предмета исследования. Но речь, наверное, идет о специфическом методе, который у Агамбина проявляется вот в постоянном рефрене, который в каждом тексте обязательно рано или поздно встречается. Он берет какую-то базовую оппозицию из истории философской, политической или теологической мысли и пытается довести ее до некоторой точки неразличения. Ну, то есть первый том, как мы знаем, начинался с оппозиции Зои и Биос, потом появляются другие оппозиции, правила и жизнь, соответственно, сущность и существование и так далее. И вот эти все оппозиции рано или поздно у Агамбина скатываются вот в это состояние, скажем так, он их доводит до состояния чрезвычайного положения, где не то, что одно неотделимо от другого, но сама вот эта граница оказывается предельно подвижной. И Агамбин, как бы, вот, как бы этот метод, который, как мне кажется, достаточно значим, как бы, ну, собственно, определяет весь его проект, он имеет еще одну довольно любопытную крайность. Агамбину важно найти какое-то третье звено, третий элемент, который вот эту пару понятий, с которыми он работает, ну, как бы, с одной стороны, эти два понятия к этому третьему элементу можно возвести, а с другой стороны, этот третий элемент вывести за скобки. Ну и вот, собственно, опять же, вот тут я буду ссылаться как раз на доклад Сергея, потому что на примере пользования он показал, что вот с помощью этой категории, пусть и некорректно, пусть и негативным образом, но определенной в опыте францисканцев, с помощью этой категории как раз это была попытка выйти за рамки оппозиции правила и жизни. То есть где жизнь определяется через правила или, соответственно, жизнь задает некоторые правила. И вот пользование оказывается вот в этой, с одной стороны, зоне неразличения, а с другой стороны, чем-то способным выйти за рамки этой оппозиции, ну и тем самым
собственно, вот эта интонация текста Агамбина, она оказывается примечательной. Как, опять же, сказал Сергей, с этим сложно не согласиться, «Высочайшая бедность» — это текст о поражении, но это текст о поражении, к которому Агамбин, безусловно, испытывает симпатию. То есть как бы монашеский проект и кульминационная точка, которую Агамбин как раз видит в опыте францисканцев, причем скорее самого Франциска, потому что тоже важно, что он противопоставляет фигуру Франциска вот его последователям. И вот это как бы, вот этот опыт, опыт поражения, одновременно оказывается тем, ну, своеобразным источником, с помощью которого, собственно, Агамбин и пытается наметить контуры того, что он уже называет политикой будущего, которую, собственно, нужно только и которую остается только построить. И вот в этом месте, мне кажется, можно как раз совершить переход к финальной части, ко второй части четвертого тома «Homo Sacer», к пользованию тел, потому что на последних и первых страницах «Высочайшей бедности» Агамбин говорит, ну вот да, францисканцы, они не преуспели в позитивном определении пользования, то есть как работает эта категория. Но для того, чтобы была возможность дать некоторое позитивное определение, нужно осуществить процедуру археологии. И вот первая часть финального тома как раз посвящена археологии пользования через теорию рабства у Аристотеля. И что интересно, вот, как бы вот вторая часть четвертого тома «Использование тела», эта книга, она, в общем-то, довольно-таки такая разношерстная. То есть, по большому счету, она складывается из трех частей, ну, которые довольно сложно вот, как бы подвести под некоторое единство. И, по большому счету, название как бы соответствует именно первой части. И что, как бы, что мне кажется любопытным, что вот та позиция, которую как бы Агамбин видит как в качестве угрозы или в качестве вот этого глобального сбоя механизма в проекте, в аппарате западной онтологии аристотелевской и пост-аристотелевской, сводится как раз вот к этому странной подмене пары, которая для агамбиновского проекта является, в общем-то, ключевой. Пара, которая появляется, опять же, не только в «Homo Sacer», а во многих других текстах, это пара динамис и энергия, то есть возможность потенциальной с одной стороны и актуализация действия с другой. И, собственно, именно вот в первой части пользования тела Агамбин показывает. Но начиналось все с пары динамис крейсис, то есть как раз вот в тот момент, когда еще категория, которую он определяет, как, переводит как пользование впоследствии, еще не обязательно скатывалась в активность, в действие, в некоторую позицию вот, актуализации. Вот это смещение от пары «Dynamis crisis» к «Dynamis energy», она оказывается вот тем, что Агамбин подвергает некоторому археологическому исследованию. И вот здесь вопрос или сомнение, которое я хотел бы поставить, я бы, наверное, сформулировал так. То есть те пары понятий, с которыми работает Агамбин, и, как я уже сказал, доводит их до некоторой зоны неразвлечения, и которые так или иначе упираются в некоторый третий элемент, который, с одной стороны, является спасительным, а с другой стороны, его нужно как-то реконструировать или заново строить, в центре финального тома «Пользование тел» появляется в рамках одного очень локального сюжета, но, как ни странно, полностью связанного вот с той перспективой, которая была намечена в «Высочайшей бедности». Я имею в виду довольно внезапное появление в кульминационной, как мне кажется, и центральной части работы. Это третья главка третьего раздела, который называется «По направлению к модальной онтологии», где главной фигурой оказывается Лейбниц. Это тем более странно, что читатели Агамбина помнят наверняка довольно уничижительные и пренебрежительные даже реплики в сторону Лейбница, брошенные в царстве и славе, что как бы это сначала он иронизирует и очень жестко над ним, что как бы сам проект Теодицеи – это вообще-то какая-то пошлость и вульгарность, как можно спасать мир, который требует оправдания. Ну а с другой стороны, конечно же, вот эта постоянная отсылка к лейбницевской установке, что вот этот лучший из миров, раз он возможен, то он должен существовать, это то, что, собственно, условно говоря, это такая антиагамбиновская позиция в самом чистом виде. То есть если Агамбин пытается вот эту потенциальность и возможность удержать от ее актуализации, реализации, то как раз монадология Лейбница – это то, что всякую возможность приводит к некоторой действительности. И вот это появление фигуры Лейбница в свое время меня просто как читателя удивило. Потом уже
в том числе соотнося и читая, вот, перечитывая «Высочайшую бедность», вот в этой перспективе мне показалось, как бы, вот, появление Лейбница здесь не случайно. И вот сейчас я, собственно, постараюсь поделиться вот уже более конкретными рассуждениями на этот счет. Какую роль играет Лейбниц, в том числе, возможно, негативную, в агамбеновском проекте? Тут нужно напомнить, что когда «Высочайшей бедности», как бы, опять же, в финальной части Агамбен вот завершает свое рассуждение о пользовании и указывает, что то определение, то негативное определение в юридических категориях, которые дают францисканцы, на самом деле нам мало что позволяет понять про пользование, а понять мы можем, и с этого начинается вот пользование тел, через теорию рабства Аристотеля, которую вот как раз по пунктам сейчас Сергей представил, поэтому мне нет смысла как раз ее повторять. И, наверное, второй пункт, тот, который Сергей озвучил, что в случае с пользованием тела раба мы оказываемся вот в этом состоянии неразвлечения между телом господина и телом раба. И вот это как бы проблема, ну, каков статус тела раба, и более того, возможно ли как-то это тело, ну, как бы обособить, как бы отделить, представить как некоторую единичность. Вот этот вопрос, который там появляется, неожиданно всплывает как раз именно в онтологической перспективе, вот в этой центральной части пользования тел, когда Агамбен подходит к Лейбницу. Он берет и переворачивает традиционную модель рассуждения о лейбницевской метафизике и говорит, что в переписке Лейбница и Дебоса, сейчас я как бы по пару слов об этом скажу, почему именно она важна, в переписке Лейбница и Дебоса ключевой вопрос – это как можно определить в рамках лейбницевской метафизики понятие своего тела, своего как отдельного. Сейчас я позволю себе небольшие как бы выходы за рамки агамбеновского проекта, вот этот выход в сторону, чтобы объяснить еще дополнительно, как бы сакцентировать внимание на том, почему появление Лейбница вот именно в том контексте, в котором его использует Агамбен, но особенно примечательно. И одновременно как бы вызывает вопросы, и это то, что, в общем-то, как раз и привлекло мое внимание. Дело в том, что Агамбен не читает Лейбница как автора монадологии. Он сразу обращается, как бы с первых строк пишет примерно следующее, что как бы кульминационная точка вот той ловушки, которая была оставлена нам аристотельским онтологическим аппаратом, вот эта кульминационная точка находит свое место в переписке Лейбница и Дебоса. Несколько, постараюсь очень коротко по времени, вот несколько, соответственно, аргументов, ну, то есть уже таких историко-философских контекстов для того, чтобы понять, почему Лейбниц и его переписка с Дебосом играет такую роль. Дело в том, что вопрос, который можно адресовать, который, собственно, и Агамбен адресует автору монадологии, каков статус у тела, ну, в данном случае там не уточняется, человеческое или нет, но каков статус у тела в рамках лейбницевской метафизики. Вопрос этот как бы совершенно понятен. Любой, кто прочитает хотя бы первые два параграфа монадологии, понимает, что с самого начала там заложена некоторая проблема, которая в дальнейшем не разрешается. То есть если монады представляют собой вот эти мельчайшие метафизические субстанциальные начала, которые, разумеется, мы не можем ассоциировать лишь только метафорическим образом с отдельными телами, то тела, наверное, по всей видимости, представляют собой некоторые составные монады, сложные монады или агрегаты, из которых, соответственно, все это складывается. И вопрос, на который Лейбниц, собственно, в самом тексте монадологии ответа не дает, а каков статус, онтологический статус вот у этих сложных композитных состояний. То есть если мы имеем дело с телом, которое складывается из определенного количества монад, то что это? Чистая феноменальность видимости? Ну, тут нужно как бы помнить, что Лейбниц как бы акцентирует внимание на том, что субстанциальным началом обладают только монады. А если это чистая видимость, то как бы не совсем понятно, как, вот мы, там, как быть с тем телом, которое вот сейчас перед вами выступает и что-то рассказывает про Агамбена. То есть каков его в данном случае статус. И Лейбниц оказался прижат, что называется, к стене именно вот этим теологом и иезуитом Бартоломью Дебосом, который как раз довольно так, ну, снисходительно ему говорит, что ваш прекрасный проект монадологии не позволяет нам объяснить
а нам это важно, католикам, не позволяет нам объяснить таинство присуществления или транссубстанциации при Евхаристии. То есть вот, ну как проект монадологии может нам что-то сказать, почему один и тот же кусочек хлеба сейчас становится кусочком хлеба, а потом вдруг он оказывается телом Христа. Лейбниц в своем стиле, разумеется, начинает выкручиваться и говорит, что мне, как протестанту, нет необходимости объяснять как бы символическое значение этого перехода. Но так как моя монадология на самом деле умнее меня, то, соответственно, я как бы легко вам могу это все показать. И что делает Лейбниц? По сути дела, он предлагает новое понятие, которое является тем, что разрушает здание монадологии. Это понятие винкулум, винкулум субстанциалы, то есть субстанциальная связь, то есть во всяком случае в русскоязычном переводе оно фигурирует именно подобным образом. И оно сразу может ввести в некоторое заблуждение. То есть субстанциальная связь монад, ну как бы мы как раз понимаем, что это некоторое может быть тоже метафорическое смещение по отношению к сложным агрегатам, то есть как мы, многие монады там во что-то складываются, образуются и так далее. И как бы вся драма этой переписки, она на самом деле в этом смысле как бы и комична, и трагична одновременно, сводится к тому, что Дебос говорит, вы не можете мне объяснить значение вот этого слова винкулум, вот этой связи, и почему вы утверждаете, что она обладает субстанциальным единством и самостоятельностью, и не сводится к монадам, и что вот эту субстанциальную связь нельзя определять как некоторую форму, как некоторый модус, как некоторые отношения между монадами, а именно как нечто отдельное, то есть еще одна субстанция, которая не является монадой. Лейбниц же там юлит в своем стиле и в последнем письме к Дебоссу пишет: «Я не отказываюсь от всего того, что я сказал, но, по всей видимости, я так и не преуспел в том, чтобы вам доходчиво объяснить, что же такое субстанциальная связь». А короткая просто как бы реплики по поводу того, как это понятие, как бы, скажем так, воспринимается в современной истории философии. Сначала небольшой заход назад. Дело в том, что, например, у Бертрана Рассела понятие субстанциальной связи как бы рассматривается вообще как нечто несерьезное, мы как бы это выбрасываем за скобки. Он говорит, что это понятие Лейбниц ввел, будучи хорошим дипломатом, и чтобы, соответственно, между протестантами и католиками не было никаких дрязг, но вот нужно каким-то образом было примирить, и вот это понятие играет именно подобную роль. Очевидно, мне кажется, что если читать Лейбниц внимательно, это совсем не так. Более внимательным, нежели Рассел, оказался Фейербах и в его как раз трактате о Лейбнице, который, ну, наверное, по-прежнему не, как бы не потерял своей актуальности. Огромная сноска, но примечательно, что это именно сноска, не основной текст, но огромная сноска посвящена тому, что сложность проекта монадологии Лейбниц начинается в тот момент, когда он в переписке с Дебоссом вводит это понятие, и она нарушает стройность монадологии. И если брать уже современных исследователей, здесь просто я назову пару имен, это Бернард Лук, это как раз переводчик на английский язык переписки Дебосса и Лейбница, один из переводчиков, там их несколько, и автор как раз развернутого комментария вот к этой переписке. И Марек Пивоварчик, потому что я почему-то их обоих упоминаю, потому что они как бы занимают две противоположные позиции. Вот эти две фигуры, они как бы, ну, как минимум имеют, как бы у них появляется консенсус в отношении одного положения. Бернард Лук говорит, Брэндон Лук говорит, как бы если корректно читать Лейбница, то мы должны понимать категорию субстанциальной связи как некую отдельную субстанцию, не монаду, которая существует сама по себе и от монад не зависит. То есть как бы эта подобная трактовка подводит к тому, и Лук говорит, что по большому счету Лейбниц в конце своей жизни ввел такое понятие, правда, разумеется, в переписке, а не в опубликованных им текстах, которое ставит под вопрос весь его проект монадологии. Пивоварчик как раз, видимо, как поклонник Лейбница, пытается спасти честь философа и говорит о том, что нет, давайте мы будем понимать субстанциальную связь всего лишь как форму отношения, но не как отдельную субстанцию, и тогда все будет хорошо. Монадология будет работать, но в данном случае толку от нее будет немного. Что важно, все, ну, в той или иной, и там, и Фейербах, и вот современные историки философии, они признают, что действительно, ну, собственная позиция Рассела в этом смысле аналогичная, это понятие никак не вписывается в вот эту изначально стройную систему Лейбница, и она вносит какое-то нарушение. И вот здесь появляется Агамбен, то есть я как бы извиняюсь за вот эти какие-то подробности, но они как бы важны, потому что как бы важно увидеть, в каком месте появляется Агамбен. Он соглашается во многом вот с аргументацией скорее Брэндона Лука и говорит о том, что да, мы должны вот под этим понятием винкулум субстанциальной связи видеть некоторую отдельную субстанцию,
но мы должны увидеть вот это понятие как раз как попытку решить вот это напряжение, которое существует между монадой и ее материальным воплощением, а по большому счету, переводя это на базовый онтологический язык, между сущностью и существованием. То есть в данном случае, если мы определяем монаду как сущность и ту или иную форму ее конкретного воплощения как существование. Просто важно сделать оговорку, что если мы выносим за скобки понятие субстанциальной связи, вообще как бы никак его не учитываем, то у нас начинаются очень большие проблемы, с которыми, как ну, просто очевидно видно, столкнулся Делёз в своей книжке о Лейбнице. Потому что когда он пишет о том, что, мол, вот отдельные монады, они как бы их индивидуация осуществляется как? Через привязанность к телу, и непонятно, почему отдельные монады привязываются к конкретному телу, ну вот, например, к моему телу. То есть вот этот момент как бы он не объясняется. То есть вроде бы понятно вот эта онтология перспективизма, что всякая монада, будучи, за исключением монады Бога, которая бестелесна, а вот всякая другая монада как раз ограничена некоторым телом, но как мы можем ограничить это тело? То есть где граница в таком случае между моим телом и вот телом аудитории, которые здесь сидят? Вот эти все вопросы, которые на самом деле они тем самым не решаются. Вот именно категория субстанциальной связи у Лейбница призвана решить вот эту проблему, что субстанциальная связь – это такая связка разных монад, которая и задает конкретное тело, и это конкретное тело субстанциально, а не чистая видимость, и все хорошо. То есть как бы, вопрос на первый взгляд решен. Но вопрос, как мы уже видели, не решен в том, что подобное понятие на самом деле подрывает как бы, основу лейбницевской монадологии. Что делает Агамбен? Агамбен показывает, что именно вот эта как бы, полемика является некоторой высшей точкой, ну или одной из высших точек в истории философии, где вот эти оппозиции, с которыми он работает, и в частности оппозиция сущности и существования, достигают некоторой неразрешимости. И Агамбен показывает, что вот этим третьим звеном, третьим элементом у Лейбница оказывается понятие требования. То есть он говорит о том, что если мы и можем связать сущность и существование, то есть в данном случае, чтобы, может быть, было проще воспринимать, конкретное индивидуализированное тело и монады, из которых он складывается, то связь между ними происходит через категорию требования. То есть конкретно существование оказывается тем, что требует некоторой сущности. Ну и Агамбен отсюда делает вывод о том, что мы должны рассматривать категорию требования как базовую онтологическую категорию, которая является тем, что предшествует распадению на сущности и существование. Я обращаю ваше внимание, что здесь Агамбен совершает абсолютно аналогичный ход, который он делает во всех других работах и по отношению с другими понятиями. Он пытается найти третий элемент, под который можно подвести вот эту пару. То есть если в высочайшей бедности у нас была правила и жизнь, и их нужно было как-то связать, то вот в рамках категории пользования или в рамках категории формы жизни мы можем найти как раз той точки, где вот они на правила и жизнь оказываются в зоне неразвлечения, и как бы вот таким образом Агамбен, как ему предполагает, деактивирует, ну или во всяком случае появляется некоторая возможность для деактивации онтологического аппарата. И вот примечательно, что, как я уже показал, в случае с Лейбницем Агамбен совершает ту же самую операцию. Здесь возникает тот же самый вопрос, который возникал применительно к теории рабства, который возникает в теории рабства Аристотеля. Где граница моего тела? То есть, напоминаю, что вот этот, где тело раба, где тело господина, это не определено. И то же самое, вот та проблема, которую как раз играет понятие винкулум, понятие субстанциальной связи, это возможность задать некоторые четкие границы телу. И, ну, и в итоге, в общем-то, Агамбен показывает, что несмотря на то, что как бы Лейбниц выходит за рамки оппозиции сущности, существования, но он выходит к той категории, категории требования, которая все равно оставляет весь вот этот онтологический аппарат в состоянии вот этой постоянной активности, постоянной работы. Ну, а мы помним, что для Агамбена важно как раз осуществить некоторый сбой в этом механизме. Еще один важный момент, вот перед тем, как перейду уже к выводу, на который стоит обратить внимание, это то, что Агамбен, в отличие от других историков философии, обращает внимание на принципиально важное метафорическое смещение, которое происходит у Лейбница. Все читатели монадологии прекрасно помнят, что монады определяются как живое зеркало универсума, и вот, вот эта метафора как раз Лейбниц прекрасно размещает в его среди философов нового времени, которые в том числе познавательные категории как бы, позиционировали в оптических категориях, смутное, отчетливое, ясное, темное и так далее, и так далее.
И вдруг, когда Агамбен переходит к, вот в переписке Дебосса к необходимости объяснить понятие субстанциальной связи, у него появляется совсем другая метафора, на которую, собственно, и обращает внимание Агамбен. Это метафора эха. Определение, которое дает Лейбниц, звучит примерно следующим образом. Мы должны понимать тело, конкретно индивидуализированное, не случайный агрегат из монад, а именно конкретно индивидуализированное тело, как вот эту субстанциальную связь, тело представляет собой эхо монады. Почему эта метафора Лейбницу так важна? Ну, собственно, Лейбниц так и пишет. Точно так же, как эхо, с одной стороны, требует, нуждается в изначальном вот этом акустической вибрации, которая будет задавать некоторый звук, когда эхо уже доносится, никакого уже вот этого предшествующего звука нет. И Агамбен говорит, вот здесь мы находимся в ситуации как раз вот этой некоторой предельной точки сближения, или как он пишет, с одной стороны, интимности и экстериорности, то есть что-то с одной стороны связанное, одновременно выходящее как бы вот в это автономное самостоятельное существование, что и пытается ухватить Лейбниц. И по большому счету, мне кажется, собственно, агамбеновский проект, в том числе вот в тех категориях, которые представлены в высочайшей бедности, это как раз попытка вот войти вот в эту самую зону неразличения, где словно эхо будут раздаваться какие-то другие как бы отголоски, но эти отголоски не будут привязаны, не будут полностью подшиты к вот этим базовым изначальным категориям, как в данном случае к монаде или к сущности, от которой как бы все это реализуется и отталкивается. И вот здесь можно было бы поставить точку, ну или многоточие, и сказать, ну хорошо, вот Агамбен осуществил некоторый такой археологический проект, показал, во что упирается в том числе распадение на сущности существования, и как бы, ну, что мы можем, наверное, предложить в качестве альтернативы для этого, если бы не вот то сомнение, которое мне как бы вот в самом завершении мне хотелось бы озвучить. Дело в том, что отношение даже по интонации, по описанию, которое предлагает Агамбен в своих текстах, к вот этим третьим звеньям, то есть вот к третьим понятиям, на которые замыкаются пары, в данном случае, я имею в виду высочайшей бедности, это форма жизни или пользование, на которые замыкаются правила и жизнь, а в случае с сущностью и существованием у Лейбница это категория требования, они имеют разный статус. То есть в одном случае категория требования, безусловно, понимается в негативном ключе, то есть она никак не помогает Агамбену в деле его деактивации онтологического аппарата. То есть наоборот, эта категория показывает на то, что даже в предельной точке неразличения базовый онтологический аппарат работает именно как машина. А как бы, ну, Агамбену важно показать, что она должна работать на холостом ходу и должна произойти некоторая ее поломка. И напротив, допустим, категория пользования, как некоторый третий элемент, который появляется в высочайшей бедности, это тоже категория, которая доходит до некоторой предельной точки неразличения, вот этой зоны неразличения, о которой пишет Агамбен, но ей почему-то придается позитивный смысл. Мне кажется, здесь мы имеем дело с некоторым как бы, ну, волюнтаристским ходом, то есть потому что поставить четкую границу, чем требование хуже или лучше, чем категория пользования, как некоторые третий член, на который замыкаются эти оппозиции, я во всяком случае не вижу как. И более того, если мы внимательно будем читать как раз последние главы «Высочайшей бедности», то мы там как раз увидим, как Агамбен пишет, что францисканский проект, от которого он отталкивается, выстраивается на противопоставлении двух крайностей. Это как раз состояние крайней необходимости, о которой идет речь с одной стороны, и о состоянии пользования. И в этом смысле категория пользования оказывается уже в некоторой степени заражена и инфицирована вот этим самым базовым как бы онтологическим разделением, не различием. Агамбену важно указывать, что речь идет именно о том разделении, которое начинается как минимум с Аристотеля. И это разделение затрагивает в том числе те понятия, которые с точки зрения Агамбена выглядят ну, до определенной степени потенциальными и перспективными. И, наверное, не случайно, собственно, эпилог вот, к пользованию тел, то есть, грубо говоря, последние страницы как раз проекта Homo Sacer заканчиваются примерно следующими словами. То есть речь в рамках моего проекта, пишет Агамбен, заключается не в поиске более подлинного начала или первоначала, то есть категории, которой все восходит, а в деактивации аппарата, и в этом смысле, как он пишет, всякая первая философия – это всегда последняя философия. И мне кажется, этот вывод ну, как бы предельно абстрактный, аморфный, открытый. То есть, по большому счету, он говорит, я осуществил огромную археологическую работу в рамках философских, теологических и юридических понятий,
но я же и выказал их изначальную зараженность, инфицированность вот тем разделением, как бы в которое они включены, с которыми они работают. Ну и вот в завершении своего сообщения, мне кажется, что в рамках попытки как минимум аналитического доклада определять и уж тем более как бы вменять автору его какие-то ловушки или проблемы, в которых он оказался в его же категориях, то есть сказать, что анализ Агамбина сам оказывается вот в этой самой зоне неразвлечения, которая является его предметом, возможно, стоит предложить какие-то альтернативные, слегка смещающие акцент стратегии чтения. Ну и здесь, мне кажется, стоит обратиться, возможно, было бы перспективно, это скорее уже как бы реплика с прицелом на дальнейшие какие-то изыскания, возможно, перспективно было бы обратиться к категории липкости и инфицированности, но не как метафорам, а как понятиям, которые были предложены вот в недавней работе философа Дмитрия Краличкина «Ненадежное бытие», потому что как раз он там рассматривает категорию модерна не в историко-онтологической перспективе, а как некоторый тоже базовый как бы механизм, базовый аппарат западной метафизики со всеми разделениями. И просто вот, чтобы не утомлять некоторые цитаты оттуда, мне кажется, вот те понятия, которые там предложены в плане липкости, которые невозможности отделить вот это позитивное и негативное значение, как я постарался это показать в случае с категориями пользования и требования, но это, возможно, было бы продуктивно. А на этом я закончу. Ну и, соответственно, если будут какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо. Спасибо большое, Олег. Ну, у кого есть вопросы? Хороший вопрос. То есть на самом деле... Оно же было анонсировано? Да, но то есть... Я чувствую разочарование. Не случилось. Если рассматривать агамбиновский проект как археологию понятий, никакого разочарования нет, а есть удовольствие читателя и много других удовольствий. Но если рассматривать агамбиновский проект в той перспективе, которая была предложена как раз Сергеем до меня, которую просто я вообще не озвучивал, потому что как бы я по умолчанию с ней соглашаюсь, то есть как бы для... Если первая философия, как говорит Агамбин, это этика, а этика в любом случае подвязана к политике, то не совсем понятно, как в рамках агамбиновских установок на новое понятие политики, как на политику в горизонте потенциальности или в горизонте деактивации вот этого аппарата разделения, в том числе разделения жизни на голую жизнь там, и какую-то достойную жизнь и так далее, и так далее. Вот в этом смысле возникают сомнения, работает ли вот эта археология. То есть как бы тут, наверное, можно присоединиться к некоторым рецензентам, я могу ошибаться, по-моему, это у Кьеза было на книгу «Царство и слава», что предлагается какая-то грандиозная как бы реконструкция вот, теологической парадигмы Запада, но не совсем понятно, что с ней делать, кроме как, ну вот, что называется, там, пасть на колени, там, как бы восхититься, либо, наоборот, ужаснуться перед ней. Вот. И вот разочарование связано, наверное, вот именно с перспективой не только читателя, но и человека, который пытается увидеть, или не пытается, хочет увидеть, в том числе в текстах Агамбина, некоторую политическую перспективу, которая мне видится туманной. Вот как-то так. Спасибо. Да, это, наверное, самый частый упрек, который вот Агамбину доносится, по-моему, со всех сторон. Еще какие-то вопросы есть? Спасибо большое за доклад. Да, у меня короткий вопрос на уточнение. Вот если оставаться в той метафоре Лейбница, как бы звучащего голоса и эхо, будет ли в какой-то степени правильно сказать, что проект Агамбина, его вот такая археология стремится к позиции, которая рассматривает эхо без какого-либо изначального как бы голоса? Археология без такого истока, как там заезжал Фуко в конце археологии знания. Безусловно, это как бы заявлена им цель, и вопрос ведь заключается лишь в том, насколько он этой цели достигает. То есть сомнения касаются в том, что является ли с теми ресурсами и с тем аналитическим проектом, который нам предлагает, достигается ли эта цель. В этом смысле я лишь могу, как бы вот чем было, вот возвращаясь к началу доклада, с чем было обусловлено очарование и зачарованность агамбиновским проектом, это, конечно же, его
по определениям, допустим, либо там анархизма, либо атеизма, как ситуациями, где нет необходимости отрицать и разрушать. То есть в этом смысле я могу согласиться с вашей формулировкой, где найти то эхо, по отношению к которому нет первоначального вот этого звука. И да, безусловно, это некоторая предельная безосновность, но где в проекте Агамбина вот можно было бы опереться на вот те понятия, которые он предлагает, которые ведут к этой безосновности, потому что, безусловно, как мне представляется, категория пользования, категория формы жизни — это попытка придать им такой смысл. Есть сомнения, что на них можно опереться. Подчеркиваю, что как бы это именно сомнение, то есть это вот, наверное, это та часть, которой еще как бы можно работать и нужно дальше. Спасибо. Ну, наверное, это какая-то совершенно очевидная и всем понятная вещь. Но вот когда вы говорите о требовании, то, судя по всему, это тот концепт, который Агамбен противопоставляет желанию, к которому мы так привыкли. Ну да. То есть он пытается тематизировать субъекта, вынув оттуда понятие желания? Это очень хороший вопрос, который на самом деле меня ставит в тупик, потому что... Я пытаюсь вспомнить контекст, в котором вообще у Агамбена появляется что-то связанное с желанием. Вообще есть про желание? Вот, я пытаюсь, вот может быть, как раз Сергей как-то подскажет. Но, безусловно, в рамках проекта Homo Sacer эта категория, ну, ей вообще не придается какого-то значения позитивного. И мне кажется, что есть определенная связь, вот, которую отчасти с тем, что отчасти обозначил Сергей, когда отвечал на вопрос о свободе, то есть в рамках агамбеновского проекта. В том виде, в каком он описывает опыт счастливой жизни, назовем это так, лично я, как читатель, не нахожу места ни свободе, во всяком случае, в более-менее традиционном понимании, ни месту желания. Потому что категория желания, безусловно, будет вписана вот в эту онтологию разделения. Безусловно, это будет разделенный субъект, разделенная жизнь. А это как раз то, что, ну, это то, чего Агамбен пытается преодолеть. И вот, например, ну вот, наверное, самая увлекательная как бы схема и сюжет из «Высочайшей бедности» — это где как раз он описывает монашеский проект как на достижение той жизни, например, вот там, где там монахи как часы, то есть вот там бдящие петухи, вот эти все фигуры, которые там появляются. Это же прекрасный образ, где мы понимаем, что в случае с этими персонажами мы не можем сказать, что они желают научиться вставать там в 6 утра. Тут нет вот этого как бы валения по отношению к достижению какой-то цели. Здесь есть полное совпадение между, вот, как было сказано, формой жизни. Поэтому тут, наверное, как бы можно продолжить ваш вопрос уже в другом направлении, в какой мере как бы проект Агамбена соотносится с аналитической, я имею в виду психоаналитической перспективой, потому что... Мне кажется, не случайно у Агамбена были очень сложные отношения с Деррида, и он очень редко ссылался и вообще упоминал Лакана. То есть тоже как бы есть уже отдельные такие сюжеты. Но, отвечая на ваш вопрос, как бы это понятие имеет для него небольшое значение, как минимум. Чтобы далеко микрофон не носить. Ну, есть две проклятых темы, значит, там бессмертие души и границы собственного тела. Первый вопрос вообще запрещено обсуждать специальной буллой папы, а второй, к сожалению, нет. Ну и поэтому, значит, вот время от времени мы, значит, вторгаемся в эту область. Но мой вопрос тоже на уточнение. Я попросту не понял, вот, ну, то есть эта дискуссия про требование сущности, она прошла мимо меня, и я как-то даже не понимаю проблемы. Но понятие требования встречается в проекте Мандалоги еще, по крайней мере, один раз. Это при сотворении мира. Ну и, значит, вот лучший мир, ну то есть вот есть некое правило гонки, оно задано.
тот, кто выигрывает эту гонку, если такой находится, он вправе, буквально, ну вот там речь идет о праве, он вправе требовать некоторого, ну, приза, а именно существования. Mm-hmm. Поэтому вот и даже вот там долго обсуждалось, значит, вот ну, нужен ли вот этот божественный фиат или, в общем, все происходит само собой. Ну, хороший вопрос. И, то есть, если хорошо выстроены правила, то да будет не требуется. А вот здесь непонятно вообще, чем определены эти правила и что является призом. Ну, то есть, если... Здесь где? Вот в том, как вы описываете, значит, проблему решения, значит, этого винкулум субстанциале. То есть, вот отдельные монады требуют сущности, насколько я услышал. Нет. А скорее то, что мы называем телами, требует сущности, не отдельные монады. То есть как раз они требуют скорее монад. Вот. Ну, да. И вот это требование, которое как раз подвязывает некоторое существование к монаду как базовому принципу, а с другой стороны... Ну да, я понимаю. Но отдельные монады в том смысле, что тела – это тоже монады. И вот, ну хорошо, там отдельные тела требуют некоторой сущности. А каковы правила, да? Каково право? По какому праву они это требуют? В чем, собственно, как определен контекст требования? Ну вот непонятно. Согласен, что непонятно. Это, собственно, те вопросы, которые вот у Дебоссы появляются к Лейбницу. Но я позволю ваш вопрос и вашу реплику использовать для одной ремарки, которая, ну, мне кажется, достаточно значима. Потому что в том виде, в каком я как бы, ну, сейчас что-то рассказал про Агамбена, читающего Лейбница, ну, может носить только, ну, на первый взгляд, какой-то частный интерес. Ну, тем, кто интересуется Агамбеном или Лейбницем. Мне кажется, в археологии понятия субстанциальной связи, которое осуществляет Агамбен в пользовании тел, есть одно конкретное практическое значение, которое, опять же, отсылает вот к маленькой ремарке, которую бросил Сергей вот по поводу наделения всех этих акторов, объектов и так далее в разных новых антологиях каким-то вот этим субстанциальным началом и индивидуальностью. Я имею в виду, что все современные проекты, неомонадологические проекты, которые подвязаны к Лейбницу, и это полностью в чистом виде акторно-сетевая теория Латура, это объектно-ориентированная онтология Хармана, это же не обязательно онтологи, но политические теоретики, которые точно так же не критически используют проблемы, понятие индивидуации, как, допустим, Анкер Смит в своей политической репрезентации, где говорит, вот, что мы по модели с Лейбницем можем легко перейти, допустим, к индивидуализму чуть ли не либерального как бы, варианта. Это все вот с помощью вот этих вопросов, которые были поставлены Дебоссом и на которые Лейбниц не смог как бы, ну вот, полностью ответить, это полностью ставит как бы, под вопрос вот, в вот эту, как бы, ну, назовем это, модную волну там, в современной философии. Поэтому вот у конкретного такого частно-исторического сюжета есть, как мне кажется, очень важное практическое свойство, потому что ну, немножко лично мне, как читателю, уже надоело слушать про акторов и так далее. Ну вот как-то так. Так, спасибо. Так, еще вопрос. Да, спасибо большое. Если я вас правильно понял, то вот некоторое разочарование, о котором вы говорили, оно заключается в том, что проект, вот, да, это археологический проект Агамбена, его, оказывается, очень трудно присвоить. Да? Мы не можем сейчас здесь, не знаю, организовать партию агамбенистов и, значит, делать какую-то, да, вот, политику. Просто, да, как напрашивается предположение, что, может быть, сам проект предполагает какое-то другое пользование собой, да, не активацию, да, не попытку его присвоить ради того, чтобы что-то делать, но, может быть, он демонстрирует что-то другое, да, или, в общем, стоит ли нам задаться вопросом о каком-то другом использовании самого проекта, нежели таком, да, чисто политическом. Возможно, и я готов был бы согласиться, что это было бы очень таким, ну, красивым ходом со стороны Агамбена, потому что как раз вот в пользовании тела он пишет о том, что есть все-таки феномены, которые радикально и предельно неприсваиваемы, там, пейзаж и так далее, и так далее. И в этом смысле можно было бы добавить через запятую и проект, там, Homo Sacer Агамбена. Но, с другой стороны, очевидно, что
во всяком случае, там, в каких-то манифестациях, в каких-то заявлениях ему важно, чтобы его проект понимался как проект политический или как минимум как проект этический, то есть который связан с, ну, как минимум с попыткой задать горизонты счастливой жизни. Вот буквально, то есть вот, тогда позволю, видимо, в завершении своего выступления сослаться на сегодняшний разговор в первой половине дня с питерским одним философом, который, и когда я сказал, что вот речь пойдет об Агамбине, и он отреагировал, сказал, мол, а как тебе его реакция за вот, вот эту ковидную эпоху? И вот, ну, и все помнят его там первое сначала послание, на которое как бы ему там все сразу там Нанси сказал, если бы я тебя послушал, я бы уж помер давно, но помним все вот эти. А прошло время, и из какого-то юродио, которого попытались уже сбросить там с корабля современности, по-моему, вряд ли кто-то более точно как бы описывает вот в то положение, в котором мы оказались. Поэтому мне кажется, все-таки проект Агамбин, он не так уж как бы, ну, его не стоит оттягивать от политики и от каких-то, может быть, слишком практических нужд, с которыми он работает. Но, безусловно, наверное, как бы понимая политику вот в горизонте некоторой актуализации проекта, действий и так далее, здесь есть некоторые как бы парадоксы, внутренние противоречия, которые не вяжутся с тем, как это описывает Агамбин. Тут с этим я, конечно, согласен полностью. Коллеги, может, онлайн вопрос есть? Извините, что сразу этого не предложил, но привычки иногда десятилетия требуют. Так, у кого? Я не вижу поднятой руки ни у кого. А, вот вижу, да, у Марины Симаковой, да. Она как раз переместилась в этот угол. Марина, прошу вас. Да, здравствуйте, Марина. Так, звук, у вас выключен звук. Да, да, добрый вечер, спасибо большое обоим докладчикам. И вопрос, наверное, тоже адресую обоим, хотя отчасти он продолжает линию рассуждения, намеченную в финале вот выступления Олега. Собственно, вот эта зона неразличимости, которая, как мне представляется, на протяжении всего разворачивания агамбиновского проекта является такой инструментальной, но если не инструментальной категорией, то основой его метода, она, как я понимаю, требуется ему для того, чтобы утверждать и реализовывать свою позицию последовательно, да, позицию такого онтологического анархиста, позицию, предполагающую безначалие. Но в то же самое время мы понимаем, что как, коль скоро речь заходит о политике, то неизбежно нам надлежит столкнуться с необходимостью проводить границы и осуществлять операцию развлечения. И вот мне кажется, что политическая загвоздка, которая, не знаю, может быть, высвечивает те трудности, о которых Олег в конце сказал, может быть, может как-то прояснить или продлить там логику Агамбина, она как раз состоит в том, чтобы разобраться, как у Агамбина функционирует обратная операция, а именно операция развлечения. И если вот у вас есть какие-то соображения по этому поводу, мне было бы очень интересно узнать. Марина, спасибо. Ну, вопрос обоим, так что... Может, я думаю, вопрос не только там, ко всем, а тут много читателей Агамбина. Прежде всего, к докладчикам, да. Сергей. Ну, со своей стороны, я не считаю, что обязательно
в работе с каким-то большим проектом, если мы все-таки используем слово «политика» в связи с каким-то университетским философским большим проектом, что соблюдать какую-то абсолютную верность ему, разумеется, и невозможно, и бесполезно. Поэтому вопрос в том, как этим пользоваться. Да? И в данном случае, поскольку я, например, являюсь последователем мысли Сильвена Лазарюса, который выстраивает политику как мысль с середины 80-х годов, как отличающуюся от политической философии, которая разграничивает территорию с политической философией и политическими науками. Четко в данном случае то, что я говорю в своих статьях по поводу Агамбена последние 4 года, в данном случае я совершаю некие насильственные действия, в которых я со стороны, грубо говоря, там, Ленина и так далее, смотрю, что из Агамбена можно взять. Что, поэтому в некотором смысле развлечение все равно всегда совершаешь, в данном случае, совершаешь его при чтении, выбирая. Разумеется, когда Агамбен говорит, что действие переходит порог неразличимости, да, то оставаться на этом пороге, если ты решаешься действовать, невозможно. То есть, но в любом случае решение принимается с какой-то самостоятельной третьей стороны, да, а не из, изнутри проекта Агамбена. Но в данном случае тут еще что можно сказать, что, конечно, у Агамбена огромные сатириологические притязания с его первой же книжки, в которой он через деконструкцию эстетики хочет спасти западную мысль, да, до самых последних строчек Homo Sacer, все равно есть эта большая политическая и политико-онтологическая у него претензия на то, чтобы предоставить некое решение. Я тоже придерживаюсь точки зрения, что если брать ее буквально, точнее, если быть верным тексту, то она не работает. «Potere distituente», который уже предложил Евгений Кучинов переводить как «раз учреждающая власть», хотя это также увольняющая или неспровергающая власть, которую он противопоставляет «potere constituente», это такое кабинетное изобретение, да, которое непонятно, как будет работать. В данном случае, опять же, ну, последнее скажу, если мы говорим о политике, давайте говорить об исторических примерах и работать, вот как Рансьер, исключительно по историческим примерам. У Агамбена с этим определенные проблемы. Он работает исключительно в зоне политической философии. Я думаю, мне особо добавить нечего, потому что я обращу внимание только один момент. Мне кажется, существует такая небольшая терминологическая ловушка, потому что, как я уже сказал, действительно у Агамбена речь идет о достижении некоторой зоны неразличения или зоны неразличия между какими-то понятиями, но главная для него проблема, конечно же, это не различие, а разделение. То есть в случае с тем, что он борется, там, условно говоря, распадение там, на голую жизнь там, или там, достойную жизнь, на правила и жизнь, там, на сущности существования, это не вопрос различия, это вопрос разделения. И поэтому как бы предметом его, если угодно, критики, если уж это называть как-то прямо, является именно этот аспект. Поэтому и, безусловно, когда появляются вот эти третьи звенья, третьи элементы вроде требования, вроде пользования и так далее, ну, тут, наверное, очевидно, что речь идет не о каком-то предельном смешении. Ну, то есть, ну, так, наверное, коротко. Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, есть еще вопросы у кого-то или перейдем в кулуар для обсуждения? Вот. Актуально, да. У нас есть возможность в фуршетной форме продолжить обсуждение. Вот. Поэтому. Или есть еще у кого-то вопрос, который обязательно надо задать вот на камеру?
Ну тогда давайте еще раз поблагодарим наших замечательных докладчиков.